81-й серии сериала «Красная зона» Никита Бородин под четким руководством супруги становится главврачом 1-й ЦКБ. Персонал активно обсуждает нового руководителя. Градов сообщает мэру о том, что больница входит в сферу интересов очень важных людей. Нарышкина благодаря Никите снова занимает пост заведующей инфекционным отделением. По совету Галаниной Бородин предлагает Хлебникову стать заведующим отделением хирургии, но тот отказывается. Заславский попадает в больницу в качестве пациента. Посмотреть очередную серию вы сможете 2 августа.